Так, смотрите. Зачем перепросмотр можно делать и без маски? Но в маске, вот я просто в сравнении, я это нашел у Серхио Магани, оно на порядок мощнее. Поясню, почему лучше в маске и как все делать. Потому что, когда вы подходите к зеркалу, а ну, вы, наверное, к зеркалу, там, не знаю, может, миллиарды раз за свою жизнь не подходили, но, там явно десятки и сотни, наверное, тысяч раз смотрели в зеркало. У вас уже, у вашего, можно сказать, эго-сознания есть определенный механизм распознавания вас. И когда вы подходите, вы должны эту маску надеть не еще за пределами зеркала, то есть надеть за пределами, то есть зеркало не должно видеть, как вы эту маску надеваете. Надели маску за пределами зеркала, подошли к тому месту, где зеркало есть, сели, начали процесс перепросмотра. Я сейчас расскажу, как он делается. После того, как вы его закончили за 9 минут, я вам скажу, что примерно там заканчиваем, да, и в течение там полминутки или минутки вы постепенно из этого состояния выйдете, да, то вы опять встаете, выходите от зеркала, уходите, снимаете маску за пределами зеркала. Это важный элемент и момент, для чего это делается. Дело в том, что когда вы в маске подойдете к зеркалу, ваше эго, поскольку это совершенно новая какая-то ситуация для него, он вообще не будет, оно не будет понимать, что происходит. То есть оно заведомо не будет вам диктовать те алгоритмы, как и что вы должны делать в этом процессе. То есть оно вам не будет мешать. Оно просто в таком слегка ошарашенном состоянии, возбужденном, будет стоять в сторонке. Это очень хорошо, потому что это не эго-направленный процесс. Что происходит во время перепросмотра? Значит, по толтекам и в книгах Кастанеды и у Санчеса они все одно и то же говорят. Они говорят следующее. Вот есть какая-то ситуация, мы все со всем взаимосвязаны, мы связаны со всем, со всей Вселенной вообще, с каждым из нас мы связаны. И вот в какой-то ситуации, вот там узел образовался, сцепка. Соответственно, алгоритмов готовых решений нет, можно сказать, вы подзависли, и там есть куски вас, которые остались, и куски другого человека или там других людей, как бы многих людей, вот, но вы видите какую-то ситуацию с одним человеком, вот он вас предал, или, допустим, вас как-то отверг, или вы переживаете, что есть недопонимание, и по этому поводу вот такое напряжение, да? То есть получается, как бы, что происходит? Вы переживаете по поводу того, что эти куски вас там остались в той ситуации, они к вам взывают, а вы, ну, как сказать, ничего с этим сделать не можете. То есть вы, они, как сказать, там как подзависшие, как брошенные. И плюс ваше энергетическое тело внедрилось, токсичность другого человека. Ну, то есть там агрессора или тот, кто не выполнял обязательства, или тот, кто как-то вас обманул. То есть получается, что вы его энергетику чувствуете, вы чувствуете токсичность, вам плохо от этого, и одновременно ваши части, такие оторванные флюиды, они вне вашего контроля. Поэтому что делает перепросмотр? Он, по сути, через определенное дыхание и настройку на ситуации, он возвращает вам вашу энергию, а чужую энергию ненужную и токсичную как раз отдает. В этом суть вообще всего процесса. И, значит, в книгах у Кастанеды, ну, давайте я слайды покажу, просто чтобы было быстренько про смысл, да, как бы там, ну, мы выберем наш вариант, но там как бы они все об одном как бы говорят. Так. Вот смотрите, значит, это техника, описанная у Санчеса. У него вот техника один, где вот такие повороты головы. То есть имеется в виду, что у него там разные как бы перепросмотры есть там. Это выдох прямо, потом поворот головы направо, потом, значит, вдох при повороте налево, и потом возвращение головы, и вот там опять происходит выдох, ну, прямо, когда смотрится. Потом там техника номер два есть, где процесс, можно сказать, противоположно, когда вдох и выдох делается. Потом я вот вчера конкретно, когда готовился к этой сессии, я выписал те цитаты, которые есть в книгах, когда ну, как бы участники книг Карлоса Кастанеды дают рекомендации, как делать перепросмотр. И вот, в частности, здесь вверху написано «Хуан Матус». Здесь рассказывается, как перепросмотр делает Хуан Матус. Ну, как он рекомендовал Карлосу делать. Значит, потом есть вариант перепросмотра другой совсем, как рекомендует Флоринда в ее книгах. И
Тайша Абеляр, это воины партии Карлос Кастанеды. Соответственно, они по-другому ее делают перепросмотр, но если совсем вот кратко, об этом чуть позже я расскажу, сейчас я к вам вернусь, то у них как бы как два противоположных процесса есть, да, то есть есть вариант, предложенный Дон Хуаном, и когда, получается, выдох идет справа налево, а вдох, наоборот, слева направо, и наоборот, когда вдох идет справа налево у Флоринды и у Тайши, и, значит, получается, выдох в этой зоне, когда голова движется слева направо и где-то по центру она выдыхается. Мы сейчас сделаем вариант практики Дона Хуана. Дон Хуан, он у меня больше отзывается. Во-первых, он у меня на мне работает. А во-вторых, я даже лучше понимаю, почему он так. Потому что вот если вы знаете, там в психологии даже есть, когда человек говорит, и вы обратите вдруг внимание, про что он говорит и куда у него глаза направлены. У него, когда он говорит про прошлое и вспоминает какие-то события, у него взгляд направлен налево, в левой части. Вот он не смотрит туда, направо, когда говорит о прошлом. Он вспоминает, когда у него как бы эта зона пространства связана с прошлым, именно вот левая часть. А с будущим связана правая. Когда ему нужно что-то там представить, как это будет, или еще что-то, он будет справа смотреть. Ну, соответственно, мы очень разные, у нас разные ведущие каналы кодирования, кто-то есть визуалы, вот если визуалы, у них будет больше верхняя как бы часть головы задействована. То есть если визуал с хорошей визуальной памятью, именно который вот такой вот зрительник, которому нужен визуальный контакт, который все видит, вот именно вот вспоминая через визуальные образы ярко, он будет события прошлого вспоминать, смотря налево, вверх. Ну, они наверх смотрят. А будущее вспоминать больше вот направо вверх. Вот такие нам кинестетики или аудиалы, они смотрят по-другому. Они там либо вбок, либо там вниз смотрят. Но смысл в том, что у нас события прошлого все-таки слева находятся от нас, да? Соответственно, мы, как Дон Хуан говорил, мы будем выдыхать налево токсичную энергию агрессора. Вот. И из прошлого возвращать нашу, когда движение идет слева направо вот до центра. Значит, я много говорил, но сейчас просто более конкретно. Значит, вы садитесь прямо, по-нормальному должен быть небольшой разогрев. То есть если вас реально трясет, вот если вам реально плохо, да, то прежде чем перепросматривать, хотя бы 2-3-5 минут, некоторые 15 минут даже рекомендуют общий разогрев тела упражнения или хотя бы там разогрев головы. То есть, ну, то есть делайте повороты головой, можете сейчас просто поделать. Там справа налево давайте сделаем. Просто те упражнения, которые у вас снимут напряжение мышц шеи, потому что здесь задействована в основном шея. Можете вот такие поделать повороты. Мягко. Самое главное, не резко, а мягко. Вот насколько сейчас там мышцы растягиваются, насколько им удобно. То есть это вообще работа тела перед просмотром. Тело начинает добиваться выравнивания энергетического баланса. Поэтому оно не должно быть напряжено в этой практике, оно должно быть достаточно расслаблено. Можете так вот потянуть. То есть любые повороты головы, шеи, можете с корпусом, но корпус здесь особо задействован не будет, в основном все-таки шея и голова. Сейчас мы это делаем там за 2 минутки, но вы перед такой вот настройкой, серьезной работой можете сделать больше. Минут 10-15. Когда они в ящике себя там, они всегда, это перепросмотр прямо на целую, одно из направлений перепросмотра, на целую ночь они себя там, это самое, разогревают сначала, потом в ящик залазят, перепросматривают, а потом, значит, вылазят, обмениваются данными, впечатлениями, потом опять залазят, ну, как бы сильно разогревают. И у Санчеса это прописано, что должно быть разогрето тело. Вот. После того, как оно разогрето, Я буду делать, как вот в реале, я прямо с вами просто сделаю. У меня есть ситуация очень токсичная с одним человеком, который некрасиво очень поступил со мной, и я
я чувствую, что у меня, как бы я уже немножко от ситуации отошел, но остаются фрагменты меня, связанные вот с этой ситуацией. Я хочу ее тоже сейчас перепросмотреть, прямо вот не просто там демонстрационно, а реально в это вот событие погрузиться и постараться разделиться. То есть имеется в виду, что ей вернуть ее токсичность, а мне вернуть мои фрагменты энергии, потому что именно мои фрагменты энергии, они, мое внимание, ну, как бы оно возвращается туда иногда в ту ситуацию. Вот, поэтому вдох через нос, выдох через рот, лучше максимально расслабить, как бы отдаться этому процессу при вот дыхании. Сейчас какое бы дыхание, я скажу. И если у вас идут какие-то телесные реакции, то вы себя не сдерживаете, а прямо разрешите им, как бы, ну, чтобы они происходили. То есть у меня, когда я вхожу в процесс, я вдруг начинаю зевать, что ли, как-то, да, я прямо, у меня начинает там, у меня начинает включаться тело. Оно вдруг понимает, что я от него хочу, я во внимании держу этого человека, либо ситуацию, думаю о ней, и вот у меня тело само вдруг начинает в этот процесс входить, и вот, это вот, когда тело само вдруг что-то хочет там как-то, потянуться, либо как-то очень сильно зевнуть или еще что-то, это прям вот хорошо. Вот хорошо, если это прямо вот начнет происходить, и такая включенность тела, ну, начнет происходить. Оно прям не за секунду, но постепенно как-то оно включается. Вот. Значит, Санчес вообще рекомендует, что если глубоко в это погружаться, такое трансовое состояние, то то, что у вас идет, у вас даже, может быть, ну, какие-то отрывки там фраз или слов, или какие-то, или одно слово какое-то, или эмоциональное, что это можно озвучивать. То есть не просто делать вот, как называется это, бесшумно, да, а вот более экспрессивно, если у вас это, оно идет, вы это потом сами... Может, попробуйте, когда будете одни уединены. Вам сейчас самое главное попробовать. Даже если попробуем это бесшумно, оно должно сработать, оно должно вам помочь. Вы выберете эту ситуацию, выберите человека, где вы теряли энергию, где вы нервничали, где вы тревожились, и просто эту ситуацию сейчас попродышите. Значит, как мы продышиваем? Мы сейчас оденем маску, пойдем к зеркалу, сядем перед зеркалом. Значит, я примерно прикину, сколько, 9 минут мы будем дышать, на... и у нас сейчас делается так, значит, сначала, ну, вот мой вариант, да, вот расположите голову, я вот прямо совсем вправо до плеча не поворачиваю, я поворачиваю где-то на 3/4, потому что мне достаточно, вот, лично мне вот достаточно, и из этого состояния, в надетой маске, сейчас просто маску сниму, чтобы вы мое лицо видели, вы делаете выдох ртом, вот до вот этой вот точки, до левой. После этого вы также медленно возвращаете и вдох постепенно носом, вот где вот примерно вот, ну, прямо, вот где-то в этой плоскости основной вдох носом и происходит. Здесь вдох носом, потом опять довели до 3/4, я прямо вот не ужимаюсь сюда, до этого плеча. И потом опять выдох ртом, сюда, выдох ртом, вдох носом. Ну, плавно это нужно попробовать. Потом выдох ртом, вдох носом, выдох ртом. То есть сначала вообще можно сесть и так хотя бы раз 20 подышать. Как только вы так подышите, вы запомните, что у вас вдох вот на этой фазе, а выдох туда. И добьетесь этой плавности. Давайте так подышим, потом наденем маски, потом подойдем к нашему зеркалу. Сядем и продолжим этот процесс. В принципе, да, тут не так много раздражителей, вы сможете настроиться, вспомнить эту ситуацию, вспомните тех токсичных людей и уже погрузитесь в процесс и продышите 9 минут, мы все вместе продышим. Значит, сейчас просто давайте по дыханию. Отвели голову, сейчас выдох ртом. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. Выдох ртом. У вас своя скорость будет, свой темп. Вот так, как вам будет удобнее всего, его и придерживайтесь. То есть оно может быть, ваш темп может быть намного медленнее или чуть быстрее, чем у группы, и это абсолютно нормально. Вам самое главное, чтобы вы
если у вас сознание при этом отключается, и вы как-то так на бессознательном уровне в процесс входите и просто так вот дышите, то все это то, что нужно. Ну вот у меня достаточно быстро движется. Я не знаю, как у вас голова. Я сейчас поставлю на стоп, и мы начинаем совершенно отдельно перед зеркалом. Значит, одеваем маску и пойдем.